Краткий тест, сможете ли вы в своем городе начать бизнес на настенной печати. Как и все машины, механизмы, настенный принтер ломается. И это небольшой тест для того, чтобы понять, сможете ли вы настроить принтер. Если в вашем городе есть широкоформатная печать, то есть фирмы, которые занимаются широкоформатной печатью, которые печатают на баннерах различные плакаты, вывески, те, что встречаются в городе, в магазинах, в различных торговых центрах. Значит, если такие фирмы есть, эти фирмы обслуживают ребята, которые называются инженер по широкоформатной печати. Вот они ремонтируют, если вдруг ломается принтер у этой компании, то ребята, инженеры ремонтируют, ремонтники так называемые. И вот вам нужно их найти. Если такие ребята в вашем городе есть, значит все в порядке. Вам только стоит позвонить с ними, договориться. Вот, и они смогут вам помочь настроить этот принтер. Да, именно конкретно ваш принтер они не знают, но принципы работы всех принтеров, они очень похожи. Поэтому этот человек вам очень сильно облегчит работу и настройку принтера.